Анапа – город без барьерной среды. Работа в этом направлении ведется постоянно, и результат есть. Накануне в администрации обсудили возможность субсидирования перевозчикам части затрат на покупку низкопольных автобусов для перевозки инвалидов. Сегодня в Анапе есть 3 специализированных автобуса, которые приобрели предприятия «Анапское ПТП» и «Газель-Авто». Представители всех перевозчиков города-курорта заверили, что до 1 июня текущего года каждый приобретет хотя бы по одному автобусу, удобному для перевозки инвалидов.